Всем привет, друзья! Многие люди хотят, чтобы у них были видны вены. Кратковременного результата можно добиться, просто зажав вашу руку, пережав кровь, как это делают врачи. Но если вы хотите постоянного результата, как у культуристов, то вам придется немножко попотеть. И сегодня мы рассмотрим эти методы. Погнали! Во-первых, вам надо будет сократить количество жира в вашем организме. Для этого нужно будет есть больше свежих овощей, трав, а также постного мяса, которое прибавит вам чистый белок, без жира. Количество жира у мужчин в их теле должно составлять менее 10%, чтобы вены были видны. У женщин около 15%. Второе, вам нужно снизить содержание натрия в вашем теле. Натрий скапливает воду в организме, тем самым разбухая нашу кожу, да? И из-за этого не видно вен. Поэтому вам нужно снизить содержание соли в вашем организме, и для этого нужно употреблять менее половины чайной ложки соли в день, потому что норма для человека – это одна чайная ложка в день. Вам нужно потреблять менее половины чайной ложки в день, и тогда у вас все будет нормально. Третье. Вам нужно наращивать мышечную массу. Для этого нужно делать не 3 подхода по там 8-15 повторений, а вам нужно делать 4-5 подходов по 4-7 повторений. Это будет увеличивать вашу мышечную массу. Нарастить ее не так легко, как кажется, многие люди потеют, но это того стоит. Четвертое, вам нужно будет заниматься кардиотренировками. Для этого вам нужно будет делать интенсивные кардиотренировки. Что это значит? Это значит, что вам будет надо тренироваться где-то по часу с перерывами. То есть делаете, например, бег, да, 20 минут, отдыхаете минут 10, допустим, и еще бегаете 20 минут, потом отдыхаете. Можно отдыхать полностью вообще, просто походить, либо перейти на менее интенсивный тренинг. Вот, кардио обязательно. Пятое, пейте больше воды. Как ни странно это звучит, но когда вы пьете много воды, то больше воды выходит из вашего организма, и вода не задерживается в вашем теле, и тем самым вены будут проявляться больше. И еще есть совет такой – пить калий. Калий позволяет выгнать больше воды из тела, этим занимаются обычно спортсмены перед соревнованиями, они пьют калий, чтобы вода выходила, и их тело становилось рельефней, и вены были видны сильнее. И также они прекращают пить воду на самом деле. Но это опасно, я не советую. Нужно пить много воды и пить также калий, чтобы он выводил воду из организма, но чтобы у вас не произошло обезвоживание. Очень важно. Шестое. Потребляйте меньше углеводов. Углеводы задерживают также воду в нашем организме и тем самым закрывают наши вены. Если снизить количество углеводов в нашем рационе, то вода не будет задерживаться в организме, и вены будут лучше видны. Седьмой метод – можно пить мочегонные препараты. Это звучит очень странно, но когда вы пьете мочегонные препараты, то из вас выходит, естественно, вода, но нужно пить больше воды для того, чтобы не было обезвоживания. Это очень странно, да, пить мочегонные, чтобы вода выходила, и пить больше воды, чтобы вода приходила. Да, это такой водокруговорот, круговорот воды в нашем организме. То есть, какой вывод из этого можно сделать? Когда мы пьем воду, то мы не получим обезвоживание. Но для того, чтобы наши вены были видны, нам нужно сократить количество воды в нашем организме. Почему нам нужно сократить количество воды? Правильно, потому что вода задерживается в наших органах, в нашей коже, и поэтому кожа набухает, и вен не видно. Поэтому нам нужно как можно больше воды выгнать из организма. Но если мы просто будем выгонять воду, то мы получим просто обезвоживание. Поэтому пить обязательно. Такой процесс, да, выгоняем воду и пьем, выгоняем воду, пьем, выгоняем, пьем, выгоняем, пьем. И тогда вены будут видны. На самом деле, чтобы вены были видны, нужно есть просто меньше углеводов. Этим самым вы будете меньше задерживать воду в вашем организме, а также меньше жира будет скапливаться у вас, потому что из-за углеводов скапливается жир. Вот и все, все просто, меньше хавайте. Диета всему голова, как говорится. Все, друзья, спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось это видео.
тема такая странная, да, интересная с той же стороны, потому что, блин, ну, вены, чтобы видны были, я не знаю. Вот ты хочешь, чтобы вены были видны? Если хочешь, то меньше хавай просто и меньше воды пей. Точнее, нет, больше воды пей. Вот странно, да? Выгнать воду и пить ее заново. Это так тупо. Но это работает. Короче, подведем итог. Есть меньше углеводов. Не будет жира тогда. Второе, пить больше воды и выгонять больше воды. То есть тем самым, чем вы больше пьете, тем она больше выходит. Это нелогично, но факт. Всем пока, спасибо за внимание.